Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре штурмовая ПТСА в Великобритании, 5-го левела АТ-2, проходная прокачиваемая ветка, не премка. Вот. У нас полноценный гайдик, обзор по этому мастодонту, гля, какой мощный. Да, штурмовая ПТ. Вот, ну и предлагаю, конечно же, посмотреть, а здесь есть что посмотреть по броне. Идем. Итак, давайте начнем с корпуса. Центральная часть 150-160, а нижняя рикошетная 190. Назовем, так сказать, у корпуса ВЛД 131-137 верхняя часть. Как вот по этой части корпуса, да, здесь очень все вполне даже неплохо, как для 5-го левела. А подбашенная рубка центральной части 152, 176 вот эти края. Вот видите, да, 152. Башня. А где-то 146, 145, 157 вверху, 156. Маска орудия 260-270. Вот эти части тоже 220-270. Есть еще вот такие разные места по 200-217. Вот тут 190 у нас, кривые там, 240 рикошет. Короче, все очень крепко, вообще все очень крепко. Ну и лючок 100 мм. Слабо ли это люк? 100 мм на 5-м левеле, ну такой анти-СТ, анти-ЛТ. Да, тяжелые танки там, ПТшки будут пробивать, но и опять же, это посередине. Будут стрелять в край сюда, тут уже 150. Поэтому, как для 5-го уровня, невероятная броня. Боковая 7,6, но нам это не поможет танковать от борта. Потому что горизонтальной наводки пушки не хватит, чтобы еще и отстреливаться. Так что в целом-то броня ультимативная на 5-м уровне. Так, по броне все. А, давайте посмотрим основные модули. Вот, здесь у нас стоковая пушка, но надо как можно быстрее переходить вот на эту. А зачем нам не надо брать вот эту? Ну, это фугасная пушка и 0,49 точность, время сведения, да, ну и с нее во что-либо попасть, а особенно пробить, ну такое себе с таким бронепробитием. Поэтому лучше взять ДПМ-ку, заряжается она 2,3 секунды. Нормальное пробитие, альфа, конечно, маловато, но пробитие хорошее. ДПМ 2000, точность 0,37, 1,7 секунды время сведения. Как раз между выстрелами будете успевать свестись. А дальше, по рации однозначно качайте, по двигателю она очень медленная, это ПТСАУ. Поэтому здесь у нас 395, здесь у нас 340, там процентов 10 подвижности точно будет. Ну и на месте крутиться для нее особенно важно. Ходовую 100% надо качать. По оборудованию, естественно, для пушки 100% досол всегда, а турбину всегда, потому что, ну, она вообще не едет, да, с турбин-то не особо едет. И мы цель для арты, мы цель для всех танков, мы всегда в первых рядах деремся, поэтому больше хп, больше крепче катки, вот, улучшенную закалку. По снарядам, ББХ у нас основной летит почти 900 метров в секунду, это круто. А голда летит, подкол, кстати, летит 1115, вообще шикарно. По пушке здесь нареканий вообще никаких в этих моментах нет. Снаряжение, ремка, аптечка, желательно автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа. Перки вы сейчас видите в таблице. А по пушке УВН минимальный комфорт минус 7 присутствует. Вот. По ХП 640. И как для ПТ-САУ штурмовой, это очень мало. Это у нас 640 при улучшенной закалке. Короче, очень мало. 20 с турбиной. 24 вперед, 12 назад. 10 небольшим лошадей на тонну удельной мощности. Вот, незаметность, понятно, нечего смотреть. По обзору мы слепые. 338. По плюсам и минусам машины этой. Минус жирный — это ее размеры. Стрелять в нее, попадать не арте не составляет никаких затруднений. Ну и в целом борт, ну профиль вы сами видите, анфас. Тут, она огромна, что тут даже говорить.
Вот, это касаемо размеров. По подвижности минус. Вот, по пушке плюс, по обзору минус, по броне супер плюс. Вот просто жирнейший плюс. Она на пятых левелах выдерживает. Понятно, что будете попадать шестым, седьмым, вопросов тут нету. Но в одноуровневом бою, как она изначально предусматривалась, это ПТ-САУ, она очень крепкая. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте поглядим, на что способна АТ-2 в современных боях. Погнали. Так, попали на Париж. Попали к седьмым, господи, шестым левелам. А, у нас обзор боя Великобритания, ПТ-САУ, штурмовая АТ-2. А в данном бою мы не штурмовая, а ЛТ, потому что играем против семерок, АМХ-М4-45, извините, 45 ТП. Нифига себе. Вот. А где воевать, честно говоря, даже не знаю. Вот, когда попадаю в такие сетапы на пятерках против семерок, ну вы же все сами понимаете. А что я здесь сделаю? А где? А как? Да. Ну, сейчас что-то будем делать. Будем отыгрывать, наверное, все-таки дитя живое. Сейчас мы станем настоящей штурмовой ПТ. Ага. Зарядил я голду. Ибо как-то семерок надо бить. Как-то надо бить семерок, товарищи. А на центре у нас никого нет, это плохо. Знал бы, остался на центре, но... Да... Арта вот где примострился, бля. Лючок меня беспокоит, конечно же. Неплохо ты встал, король. Щей, да. Не, ну это вообще нереально, товарищ стал. Он тут как будто один играет. Вот в лючок выцеливает, конечно. Все в лючок. Эх, на гусельку хотел его поставить. Но нет. А это арта? Нифига себе, су арта кидает. Интересно. Очень интересно. Вот, Каро будет знать, как место товарищу не давать. Вот, расфармивает его. Он за трупом там. Интересно. Через каточек. Нормально, он меня два раза не пробил. Ну, я думаю, это максимум, что я сделаю в этом бою. Вот. Потому что.
Вот, ладно, еще урончика чуть дали. О, а это уже плохо. Нам это не подходит. Мы это не хотим. Так, пару тычек дали товарищу. На ДПМе только. Все, ребят. Вот теперь точно больше надам, но и больше-то и не надо. Косарь сделали, извиняюсь, в бою в потном, а с шестерками, семерками. Все, задачу выполнили. Мы не трусили, пошли в бой. Потому что, ну, брони у нас, откровенно говоря, конечно же, против семерок-то и нету. Против пятерок, да, мы бронированная ПТ-САУ. Ну, против семерок, ну, извините. Нас так не конструировали. У меня и так ХП 60 осталось. Артовод, сволочь такая. Набедокурил. О, на центр. Ешка поехала. А куда это она собралась? Мне интересно. Убегает. Ну, гоняться мне за Ешкой такая себе история. Но другого не остается. Потому что, ну... А там всех уже убили. Только непонятно, где еще артовод. Да, она на нашу базу побежала. Захватывать, наверное. Нет, все отлетело. Нашли артовода, лев. Все, все поотлетали. Ну, переигрывать не буду. Против пятерок играется нормально. Против шестерок, семерок, ну, сами видите. Ничего прям вперед лезть нельзя, потому что, ну, вас пробивают банально. Слава богу, даже на голде что-то успели настрелять. Косарь дали. Там сейчас будет куча седьмых и шестых лов, которые даже косаря не настреляли в этом бою. Ну, со стороны нашей команды. Я уверен в этом причем. Давайте глянем. Так. Ну да, вот. Есть машинки у нас, которые, извините, ничего не сделали в бою. Ладно. Против пятых ловелов ПТ-шка еще более-менее играется. Нормально. Против шестерых, седьмых такое себе. В целом ей можно поставить от 3 до 4 баллов по пятибалльной системе. Но сколько примерно, не могу сказать, потому что, ну, нету подвижности. А всякие танки, ПТ-САУ без подвижности меня угнетают, честно говоря. Вот, ребят, пишите свои комментарии, есть ли у вас такая тачка в ангаре, как она вам в целом. Какой, может, вы катаетесь на ней оборудование, но, блин, без турбины, без закалки и досол, я вообще эту ПТ-шку, честно говоря, не вижу. Вот, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Вот, ну, такая себе ПТ. Штурмовая. Вот, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.